Ну что, всех приветствую на канале. Давайте сегодня с вами в очередной раз отобьемся в турнире. И если повезет, то пройдем дальше. Вот, здесь у нас, смотрите, такого нового персонажа ввели. С интересными механиками. Вот, не знаю, как работает. Но урона уже будьте нате. Но призывать, естественно, я не буду их, наверное, все же. А сделаем потом под шот. Надеюсь, наберет много просмотров. Вот эту черную пятницу. X10. Это будет в шоте. Так что смотрите его. Ну а сегодня давайте повоюем. Точнее, по турнирам. У нас третий день без хилов. Погнали. Ну, я беру такую же классическую команду, как и в прошлый раз. Кто смотрел предыдущий день, я думаю, что помнит. А именно, вот такую команду. Шархаем. Посмотрим. Вдруг зайдет. Знаете, всякое может быть. Надо, главное, внимательно и аккуратно двигать камни. Ну давай вот так сделаю. Здесь, ох, сильно полетело. Но, есть плюс. Мы сейчас заряжаем всех фиолетовых. Правда, удар неприятный. Но пробиваем. Давайте вот сюда. Этот край, наверное, освободим. Раз. Потом до вас. Потом трис. Четырес. Ну и пять. Все, победа. Вот такая вот победа. Раскидали их. Погнали далее. Здесь посложнее будет. Здесь два зеленых сбоку. Так, красная нужна команда. Так. Ну что такое? Что так хреново летит-то? Давайте уже. Нормально он перетасовал меня так. Блин, сейчас Малик нам даст. Нормальный минус. Ох ты ж, ё-моё. Да, тут пипец нас разносит. Ну, красненький, блин, ну не подъехал, ну ты чё? Ну, дружок, красненький. Так, отлично. Ну что, может, есть шанс? Оп. А, тычку дают, блин. А так бы мог еще двоих забрать.
Одного-то смог. Ну ничего, живем. Главное, хилов нет. И это радует. А то эти вечные отхиливания, это просто какая-то бесконечность. Ага, даже так. Даже так. Ну давай попробуем. Попробуем снести. Нет. Так. Красиво бомбим. Ну давай вот так. Вот это самый красивый бой за сегодня. Так, давай вот сюда. Офигеть. Что творится? Ну давай вот так взорвем аккуратно. Раз, два, три. И вот так. Не хватило? Класс. Вот это победа красивая. Давай дальше. Да погнали такой же командой, в принципе. Блин, а там у чувака Шархай тоже стоит. Офигеть. Офигеть. Просто офигеть. Я в офиге сижу. Ну давай по центру, я надеюсь, здесь ничего не приедет. О, красный, да? Ну, легонечко вот так сдвинем. Теперь мне нужны фиолы. Нет, он все равно мне красных, блин, напичкивает. Блин, ну контратак, это не кайф. Это не кайф. Ну давай рискнем. Попробуем. Что из этого выйдет? Они что, уклонились? Я сейчас не понял. Такое ощущение, что они уклонились. Блин, ну пипец. Вы Шархая там сняли. О. Пораженица чувствую. Чувствую пораженица. Так, что тут можно предпринять? Ну давай вот здесь красные попробуем. Сейчас красные будут, но боюсь, меня тут положат просто-напросто. Да. Не хватает мощи. У них тычки под Шархаем дикие. Ну что, не вылетели, из того приятно. Третий день, между прочим. На этом будем заканчивать. Всех благодарю за просмотр. Надеюсь, всем понравилось. Можем, кстати, отбить, сундук открыть. Один тапок. Ну, чисто такой формальный. Под запись. Давайте глянем. Что тут у нас? 5 героев святынь. Ага. Так, 3 этапа. Да. Ну, конечно, не айс. Конечно, не айс.
вообще. Трех церковников, три в костюме. Выйти на беге с командой. Пять святынь. А вот пять желтых мы можем сделать. Или трое в костюмах, пускай будут. Есть тут трое в костюмах? О, прикольно. Давайте вот так опробуем. Зелено-желтые. Но это уже чисто так. Кому не интересно, можете выключить. Это я ради сундучка решил зайти. Я надеюсь. Я надеюсь, что да как, а я не знаю. Что да как. Надо как-то отколотить. Пока понимания у меня нету, как здесь сделать. Может, надо было не выпендриваться, взять фиолетовых, как вы думали? Вот, не знаю. Вот, честно скажу, я не знаю, кого здесь взять или не взять. Просто, понимаете, как бы получается такая вещь, что невозможно. Пробить здесь вот. Или не париться, ладно, забить. Все, не будем сражаться, потом как-нибудь сыграю в спокойном темпе. Всем пока-пока.